Татьянова не пустили в зал заседания. В результате сторонники бывшего премьера отправились в Измайлово, а противники остались в центре Москвы. После этого, как говорят политтехнологи, началась борьба за бренд. Сейчас все скажу. Вы видите, какая обстановка в стране? Сегодня, когда там самозванцы ночью, как они могут попасть ночью в здание? В Дом Союзов, рядом с Государственной Думой. Из Дома Союзов ответили, что ДПР никогда не была партией чиновников. Касьянов просто... Наша партия, как партия России, просто не то, что не подходит, его даже рядовым членом партии нельзя брать. Партии Касьянова она никогда не была и не будет. Это показывает сегодняшний съезд. Я не знаю, почему Касьянов не пришел к нам на съезд, а где-то в кулуарах, в Измайлово, в подворотне проводит что-то. Сначала оба съезда решали, у кого собрался кворум. Выиграл Дом Союзов. По их подсчетам, в этом зале находились представители 47 регионов. Измайловские признали...